Эта история произошла в Карпатах на озере Синевир. Более 30 лет назад. Что в ней правда, и что вымысел, судить трудно. Древние предания рассказывают об ужасных существах, которые издавна населяют эти леса. Вий, оборотни, вампиры. Люди слышат устрашающие звуки, видят призрачные фигуры, то ли людей, то ли зверей. В кинотеатрах в 3D.